BD-ресивер Harman Kardon BDS-575 представляет собой комбинированное устройство, объединяющее универсальный проигрыватель дисков BD и DVD-CD и пятиканальный ресивер. Harman Kardon BDS-575 имеет весьма широкое функциональное оснащение. В нем предусмотрены подключения к домашней медиасети через Ethernet по протоколу DLNA 1.5, встроенный приемник Bluetooth, три входа HDMI с поддержкой 3D-видео. Один из HDMI разъемов предназначен специально для подключения Apple TV. Ресивер оснащен входами для двух аналоговых источников сигнала, коаксиальным и двумя оптическими входами. Несмотря на компактные размеры устройства, выходы на все 5 акустических систем представлены надежными винтовыми клеммами. Их цветовая маркировка помогает выполнить подключение даже с учетом плотного размещения гнезд на задней панели. Ресивер развивает по 65 Вт мощности на канал и оснащен усилителями, работающими в экономичном классе D. Тем не менее, для повышения стабильности работы аппарата в течение длительного времени он имеет малошумный вентилятор, выходная решетка которого расположена на задней панели. Аппарат оснащен декодерами HD форматов окружающего звука, а для упрощения его настройки предусмотрена система автокалибровки. Ресивер комплектуется очень удобным пультом дистанционного управления, специально разработанным для данной модели. Кроме того, для управления устройством можно использовать фирменное приложение Harman для портативных устройств на базе iOS или Android.